Ха! Делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию с Нубиком Катеридзе. Но эта серия будет очень даже необычная. Сразу же дисклеймер, предупрежду всех. Этот ресурс-пак зарубежного ютубера Спифей. Он буквально месяц назад записывал подобные ролики, где он троллил своих друзей проклятым ресурс-паком. А все мы прекрасно знаем то, что я выпустил там примерно 100 с чем-то серий троллинга, и то, что меня можно все же называть королем троллинга. Я решил не забрасывать свой навык троллинга, а развивать его еще дальше и еще больше. Все на русском ютубе уже это переснимали, вот кому только не лень, и Поззи, и там, и все, кто только можно, а я как бы живу в Португалии далеко, поэтому также все тренды до меня очень далеко доходят. Ресурс пака чувака из Америки, но я здесь кое-что подкорректировал, кое-что добавил свое новое, и сейчас я включу Дискорд. Я с Катей договорился, то, что мы сейчас будем записывать просто новую серию Нубика, она зайдет, мы здесь просто с ней повыживаем, в принципе так оно и будет. Кать, можешь заходить, я тебе уже порт сказал, поэтому давай подсоединяйся. Короче, мы сегодня ничего с тобой делать не будем, ну, ты сейчас зайдешь, мы с тобой просто повыживаем, вот, поэтому... Ничего такого не будет, мы просто с тобой походим туда-сюда, сюда-туда, муда-сюда, и порубим там деревья, и вот, ты готова или нет? Ну, я жду, пока ты договоришь, я же не могу во время тебя говорить. А, да, ну, тогда хорошо, давай, начинаем тогда с тобой запись. Раз, два, три! Поздоровайся. Ты мне объяснил очень, что это за хрень. В смысле? Поздоровайся сначала, мы запись начали. Так до этого не было записи? До этого не было записи, сейчас запись уже идет. Привет! Какая хрень? Чё? Что? Это твой дом, в котором ты живешь? Пошли. Тебе жить насрать, что ли? Я не могу понять речи. Иди сюда, да хватит бегать, Кать! Все, нет, нет лаванды, тюльпаны будешь нюхать. Иди сюда. Подожди. Давай мы пойдем и покормим Мусика с кукуськом. Давай заходи в дом, а то они уже кушать давным-давно. Слушай, хотят. Ты! Слушай, я! Давай заходи в дом. Нет. Что с моим домом, ядрёна кочерышка? Его просто обсыпало ветрянкой, вот я его йодом натер. Видишь, он зеленый весь стал. Сейчас ты весь зеленый станешь. Заходи в дом, давай. Это что, опять троллинг, что ли, сотого уровня? Да какого троллинга? В дом зайди и ядрить, колотить. У меня дверь не открывается. Пусть не открывается, деревянная дверь. С ума сошла. Кать, ты до сих пор не помнишь, какой кнопкой дверь открывается? Она не открывается! Потому что не той кнопкой дверь открывается, другой. У тебя на мышке две кнопки. Ни той, ни другой не открывается. Тогда двумя сразу же попробуй. Слушай. А! Дин-дин, мазафайкер. Ну попробуй как-то по-другому там кукусики, мумусику. Да. Ладно, хорошо, Кать. В следующий раз вернемся. Пошли, иди сюда. Ты угораешь сейчас надо мной? Нет, ни капельки вообще, ни чуть-чуть даже. Что ты хочешь от меня? Думала, мы серию с тобой записывать будем. Мы сейчас будем записывать с тобой серию, ага. Когда? Видишь, там проход запрещен. Вот проход запрещать нельзя, понимаешь? Вот. Что? Не запрещен проход, когда заходишь Да. Так там мой танк стоял, вот от тебя проход запрещен, тупица. А в этой серии мы будем проверять твою выносливость. У нас сейчас в инвентаре... У тебя есть что-то в инвентаре? Нет. Хорошо. Нет, есть. Но я не скажу тебе, что. Потому что больше... Верни мои алмазы, скотина! Да подожди, потом как-то верну, смотри. У нас сейчас... Это ты грабеж среди белого дня. Смотри. Он у меня только что украл 4 алмаза. Они у меня только из самой первой серии. Катя. Он просто взял нагло и забрал у меня какую-то волшебную палочку фиолетовую, 4 алмаза. Кать! Я не знаешь. Кать, мир проклят. Мы играем в проклятом мире, чтобы ты просто понимала. Поэтому, смотри, у нас есть единственная вещь, с помощью которых мы будем выживать с тобой. Смотри, здесь у нас пол деревянный, на счет три. Ты помнишь, да, как быстро бегать? Два раза да. На W спринт или просто зажимаешь на Ctrl. На счет раз, два, три здесь у нас как бы старт, нужно добежать до того места, вот туда, понимаешь? Ты какого? Ну как бы там, где пол кончается. Ладно. Готова? Да. Давай. Я тебе даже фору дам полсекунды. Давай. Раз, два, три!
Ты... Я тебя ненавижу. Ты зачем мне сказал убрать эту штуку из рук? А? А зачем тебе лодка на деревянном полу, а? Ууу, какая я злая! Слушай, ты сейчас вообще жить не хочешь. Дай я ничего не думать. Иди сюда! Я, блин, кучерявый, ну-ка иди сюда! Да подожди! Кать, осторожно, Дислава! Осторожно! Короче, ты самый вали в эту лаву. Вот смотри, ты не веришь, что бедрок ломается, да? Ой, эти шутки про носорога, блин, я не... То есть ты не... Ну, и тогда давай, иди сюда, давай станем с тобой на обсидиан, иди сюда. Вот, то есть ты не веришь, что бедрок ломается, да? Да стань ты на бедрок уже, стань ты на обсидиан уже. Ага, ой, подожди. А, там лава была, подожди. А, здесь, походу, текстуры просто изменены. Я думал, что это обсидиан, это... Ой, Кать, извини, пожалуйста. Кать, ты где? Кать, угу, Кать. Если что, я с тобой расставаться пока что еще не хочу. Угу. И ты со мной, наверное, хотя... Где я? Я не понимаю, мы сегодня серию будем нубика записывать или нет? Что ты хочешь от меня сюда зашла? Зачем? Вот это вот все делал надо мной или что? Что я над тобой делал? Кать, вот главное в лаву не прыгай, в воду можешь прыгать, если хочешь. В лаву не прыгай. Вот. Мистер троллинг, блин, ну, первого уровня. Куда бы ты прыгнула, в лаву или в воду? Ладно, давай в воду. Not stupid, not stupid. Ага, сейчас бы я побежала, бы в воду прыгнула. Ага, ты думаешь, я тупая? Ну, так, ну. Помогай мне дерево ломать, ёханый ты бабай, заколебала. Давай, нам с тобой нужно выживать, хватит уже вот это своих нубиков. У нас нормальное выживание должно быть, понимаешь? Это береза? Это, я не знаю, что это какое-то странное дерево, потому что вместо листвы у нас дерево, а вместо дерева у нас листва. Ты не заметила? Так, берем дуб, ставим в инвентарь, делаем доски, да? Сделай себе досочки, сделала. Что-то у меня все как-то лагает жестко. Сейчас давай с тобой мы сделаем верстачок. Делаешь верстачок? Я не помню, как его делать. Да просто 4 блока досок, и получается у нас верстак. Раз, два, три, четыре. Верстачок получился. Взяла верстак. Ставь верстак. Только ты заметила то, что что-то он вообще не верстак. Или а как сейчас? Ты видишь, что... Это... Что? А, это печка, что ли? Это печка в верстаке. Так, подожди. Добудь мне еще дерево, добудь дерево. Подожди, я что-то, наверное, неправильно сделал. Так, подожди, я что-то тоже неправильно... Иди сюда, сейчас мы с тобой сделаем какую-то лабуду в этой жизни. Держи. Я ничего не понимаю, что ты хочешь от меня. Держи доски, зайди в печка верстака, капек. Чё? Зайди в перста верстака. А как к него зайти? Правой кнопкой! Так, сейчас возьми одну доску и другую, поставь друг на друга. Нам нужно с тобой палки сделать для того, чтобы сейчас сделать с тобой кирочку. Угу. Ага, берешь одна палка и... Так, сверху... О, мои яйца вернулись, алмазные! Круто, как это... Твои яйца вернулись? Что ты только что сказала? Палка, написано палка, а тут алмаз, что за херня? Извините, что за фигня? Вот, вот, видишь ты, у меня спёр мои яйца алмазные, они вернулись ко мне магическим образом, понял, да? Да. Так, смотри, хорошо. Смотри. Да, что, где, что? У меня яйца шоколадные. У Кати яйца, если кто-то не знал. Я себе сделаю так, подожди, а как ты тогда делаешь? То есть получается алмаз это палки, вместо палки я делаю меч, палка, алмаз, делаю меч, получается кирка. Кирку я сделал, Кать, держи кирка, только это не кирка, это меч, если что, запомни. Кирка это меч, а меч это кирка, походу. То есть ручка делается из алмазов, а верхняя часть кирки делается из... и получается алмазный... Ни хрена не понял. Раз, два, три, четыре, пять. Оп, у меня появился, знаешь что? Что? Угадай. Не знаю. Дубовый ствол. Дубовый ствол? Смотри, что я сделаю. Впервые в жизни такое сделаю. Смотри, видишь? Зачем ты сделала дубовый стол? Я тебя просил. Кать, не стол надо делать, а надо делать... Господи, помилуй, туда же без проклятого Майнкрафта Катя все проклятое сделает в этой жизни. На, ладно, держи это... Это деревянная кирка, если что. Только она какая-то вообще не деревянная, как я вижу. Катя, у тебя из трусов что-то торчит. Это так, если... Что? Просто чтобы ты знала на будущее. Иди сюда, Кать, нам с тобой нужно добыть булыжник, и нам с тобой нужно сделать меч каменный, а то скоро как бы ночь уже настанет.
Да, меч у нас делается из слона, булыжник делается из кошачьей жопы. Я все знаю, поняла, да? Кать! Я поняла правила этой игры. Подожди, ты подожди. Ты мне никогда не верила. Вот я не знаю, сколько серий мы записали с Катей. Она мне не верит, то, что бедрок ломается. Кать, ты не веришь, что бедрок ломается? Нет, он не ломается. Иди сюда. Бедрок всегда нужно просто было ломать деревянной киркой, которая получилась алмазным мечом. Бери и ломай бедрок. Это обсидиан Дуримонда. Мне никогда не стать профессионалом. Возьми, пожалуйста, алмазный меч, который деревянная кирка. Это деревянный меч, это не деревянная кирка. Это меч деревянный. Это деревянный меч, это не кирка. Вот это деревянная кирка. Взяла. Ломай обсидиан. Все, хорошо, сейчас. Да не обсидиан, а бедро... Ты мне скажи, черненькое это что? Черненькое это обсидиан. Кать! Я даже не думал, что проклятый Майнкрафт два раза проклятий будет с Катей внутри. Кать, сломай бедрок. Ты никогда не верила. Вот подписчики, напишите в комментах, что бедрок все же ломается. Видишь, бедрок сломался, из бедрока выпала деревянная дверь. Да, ну когда вот такая вот фигня-то происходит в жизни, не только вот, да, не только бедрок сломается. Никто ничего не понял то, что ты только что сказала. Видишь? Ой. Эй! Да я почти выбралась, ты чё такая собака сутулая? Суслик недоделанный, кочерыжка волосатая, зефирка простухшая, плесень пошла всё. Вызовите, пожалуйста, скорую, она там, походу, умирает или задыхается, или я не знаю. Ржу до слёз. Шампиньон протухший. Да хватит меня оскорблять. Кать, сейчас будет ночь, поэтому нам с тобой нужно валить как можно скорее. Давай в этот раз пойдем в мой дом. Иди сюда, быстро. Я боюсь, я уже ненавижу этот проклятый Майнкрафт. Иди сюда. Главное здесь перепрыгнуть вот эту паутину и вот на лед запрыгнуть. А, я знаю, здесь можно просто пройти и все нормально будет, да? Ну, я не знаю. Нет, нужно Ой. Что происходит? Ты куда ушел? Тут кто-то орет. Крипер, я слышу. Чего? Почему он в цепях и в очках? Алло, что происходит? Нужно, это рэпер какой-то сбежал недоделанный. Реально, не смотри, у него цепи, у него очки. Ну, давай, зачитай. Запей пальцы, ну. Чё ты только что сказала? На мне цепи на шее, поцелуй. Луй-луй, папа подарит печь. Выкинь мне деревянный меч, который деревянная кирка. Выкинь, чтобы я тебя вытащил отсюда. Выкинь! Деревянный меч, который деревянная кирка, который деревянный меч. Нет, это деревянная кирка, который деревянный меч. Нет, другая, другая, вот это. Нет, другая. Вот это, да, давай. Ага, спасибо, это мы ломаем. Давай, выходи. И... Кать? Я не могу выйти, чё? Опять к нам кто-то пришел? Это чё за чубзилет? Это чё за Сейлор Мун какая-то недоделанная? Эй, ты чё, ты думала со мной шутки играть, что ли? Иди сюда, Дуримонда. Ага, понятно. Ну ладно, хорошо. О, осел! Сама такая! Да что такое, опять звуки какие-то страшные. О, опять цепи! Цепи, рэперы пришли. Сейчас мы завалим этих рэперов, как в 90-х просто. Ой, подожди, с него алмаз выпал. Алмаз. Подожди! Этот еще один алмаз выпал. Дай мне один. Нет, не дам. Дай, пожалуйста, иди сюда. Сейчас эта тёлка опять тебе задницу надерет. Иди сюда. Дай алмаз, Кать. Быстро. Смотри, умеешь так? Умеешь так, смотри. Как? Я алмаз съел.
Ладно, Катюх, мне кажется, можно уже домой отправляться. Это уже слишком. Давай. У меня больше нет дома, ты его испоганил. Да вот твой. Ой, смотри. Ля, какие миленькие, смотри, Катюх. Катя, иди. Зайки какие! Ну, они все равно меня убьют, я знаю. Ты смотри, они тебя даже не трогают. Ты видишь, они за мной бегают, Кать. Ты посмотри на них, какие они миленькие. Ага, вот этот вот. Ага. Давай, давай, быстро, 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 домой, Катюх, быстро, быстро, быстро. Давай, 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 давай. Давай, иди сюда, иди сюда. Он сейчас взорвется, да, я пойду. Не взорвется он, иди сюда. Да, давай, быстро, ёперс. Ты чё, жители? Ой, вот. Все? Ага. Давай, пошли домой. Давай, быстро иди двери открывай. Ой, кошмар какой-то. Давай, давай, быстро, 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 быстро. Да не открывается эта сраная дверь. Да открывается, она, открой. Ой, господи, ты пошли. Что? Дверь закрой. У тебя все в порядке с башкой, может, тебе полечиться надо? Не, все вроде нормально. Он там пердил фор, ты должен в ванне стоять. Ну, вон, иди попей. Или, может, все же лучше про пиздон. Тебе, да, надо, наверное. Тебе надо, мне хорошо. Так, сейчас нужно пойти рыбку. У тебя есть рыбка? Кукуська-мамусика накормить? Вот, сейчас накормим кукуська. У меня есть нитка, дверь. Какая-то фигня, но рыбы у меня, к сожалению, нет. Что? Чё за фигня? Это... Да вы вообще все тут с ума посходили! Чё за фигня? Всё. Я сваливаю. До свидания. Вы уже какую серию подряд надо мной стебёте, как будто я какая-то сумасшедшая. Чё? Чё это за хрень? Что с моим котом стало? Кукусик. Кукусик. Кукусик, с тобой всё нормально. Кукусик, да, хуюманизация. Что ты сказал? Ладно, Дуримонды Петровны, хорошо, пошли, Кать, реально, все, надо все уходить, пошли, иди сюда, иди сюда. Кукусечка, мальчик мой. Иди сюда, у меня есть хороший выход, иди сюда, прыгай в бассейн, иди сюда. Да. Ага, да, залезай, залезай, залезай. Кать, стой, стой, я тебе хочу что-то сказать, Кать. Что? Я тебе хочу сказать то, что ты, вот я тебе, да стой, стой на месте, стой на месте. Я тебе хочу просто сказать... Песок, душ. Как отсюда выйти из игры? Была рада с вами познакомиться. До свидания. Я тоже был рад с тобой, Кать, познакомиться. Спасибо за встречу. Я не знаю, что с этого получилось. Получилась какая-то жесть. Я реально никогда в жизни так сильно еще не троллил как, потому что она просто выходила из Майнкрафта и просто потом так же ливала с Дискорда, даже со мной не разговаривала. Ладно. Ставь лайк, если хочешь продолжение. Я обещаю то, что я сразу же его запиндюлю, как только... Ну давай наберем 404 лайка, и сразу же выйдет новая серия проклятого Катиного Майнкрафта. С днем рождения, с Новым годом, хэппи пёзды и тую, чао, бомбино, всем привет! Как дела? Oh.